Здравствуйте, дамы и господа! Мы находимся в деревне Поповка, первомайское поселение, и я вам сегодня презентую хороший дом. Этот дом мы уже продавали. Всего год назад его купили люди, но жизненные планы изменились, и он опять выставляется на продажу. Дом и был неплохой, а стал еще лучше, потому что на нем многое улучшили и ликвидировали те недостатки, которые были. Немного общей информации сначала. Дом имеет площадь примерно почти 200 квадратных метров, и участок здесь 7,5 соток. Участок правильной формы, облагорожен, много насаждений, деревьев, кустарников. И я бы сказал, что этот дом можно посчитать таким неким образцом или близким к образцовому дому, который нужен современной, нормальной семье. В этом доме 5 спален, есть 2 полноценных санузла, прекрасная гостиная, терраса, и еще есть разные опции. Мы стоим на площадке, здесь вмещается 3 автомобиля. Пройдемте в дом, и я вам покажу его подробно. Мы вошли в дом, входная новая теплая дверь с терморазрывом. Большой холл, плитка с водяным подогревом пола. Обращаю внимание, когда-то здесь был гараж, но хозяева его переделали. Здесь получилось прекрасное помещение. Здесь такой кабинет небольшой, примерно 5-6 квадратных метров. Посмотрите его. А здесь зона гардеробной. И здесь много места, шкафов. Много чего может уместиться. И техническая кладовая. Посмотрите. На первом этаже есть жилая комната. Спальня или кабинет, как хотите. Санузел. С душевой кабиной. И дальше за зеркальной дверью находится сердце дома. Котел Де Дитрих. Стиральная машина, большой бойлер, бойлер на 200 литров. Надо сказать, что хозяева преобразили дом. Заехав в него, они увидели отдельные недостатки. Они заменили входную дверь, они заменили котел, они поставили бойлер, они заменили проводку, сделав все как положено. Они покрасили стены, и еще были разные опции, которые они улучшили. Заходим в большую совмещенную кухню, столовую, гостиную. Здесь 47 квадратных метров. Есть биокамин, большая кухня, больше 8 метров длиной, новая, замечательная, 2 холодильника. И из гостиной выход на большую террасу, около 30 квадратных метров. Посмотрите на нее. Потолки на этом этаже 2,95. Пойдемте на второй этаж. Дом расположен так, что здесь нет, здесь не жарко очень, да, здесь солнце не палит. Вот это небольшое окошко, оно выполняет важную функцию. Здесь проходит большая часть света, потому что он смотрит на юг. В остальных комнатах комфортно находиться. Здесь 4 спальни, посмотрите их. Самая небольшая 17 квадратных метров, а самая большая 23 квадратных метра почти. И большой новый санузел, который был полностью переделан. Хорошая плитка, ванная. На этом этаже потолки чуть пониже, 265 сантиметров. Обращаю внимание, что дом продается со всей начинкой. С мебелью, шторами blackout, светильниками, даже полки с книгами. Мы заканчиваем репортаж об этом интересном доме. Цену, планировки, описание подробное вы можете увидеть по ссылке
на нашем сайте. Заходите на наш канал, подписывайтесь, у нас много интересного. До свидания.